Меня зовут Руслан Садриев. Я представляю компанию Raritech из Татарстана. Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами компании КАМАЗ именно по газовым автомобилям. На сегодняшней выставке ЕНЭС 2014 в городе Москва мы представили автомобиль газовый, работающий на компримированном природном газе метан. В чем, в принципе, суть этого автомобиля? Это альтернативный вид топлива. Данный автомобиль в 2,5 раза экономичнее, чем дизельные аналоги. Как раз это отвечает всем тем параметрам выставки. Это экономичность, энергосбережение и эффективность. Мы уже плодотворно развиваемся порядка 7 лет. Реализовано у нас порядка 1000 единиц машин, они как и в России, так и за рубежом. На сегодняшний день проблем пока не было. Мы этому очень рады, стараемся, боремся с бюрократией нашей страны и, в принципе, продвигаем наш продукт. Перед вами газовый автомобиль на шасси КАМАЗ 4308. Данный автомобиль модификации мусоровоза. Он предназначен для городского трафика, чтобы курсировать именно в городе. Отличие его кардинально – это в топливной системе. Здесь вместо дизельного бака размещаются газовые баллоны. То есть в этих баллонах именно хранится компримированный природный газ. Атмосферное давление здесь 200. Отличие еще одно здесь – оригинальное мусоровозное оборудование, мусоровозная надстройка. Она вмещает в себя 3500 килограмм, и кубатура здесь 9. То есть она в городе очень идеально подходит по всем параметрам, по поворотам, по разворотам. Очень большой комфорт здесь водителя. Здесь установлен у нас современный технологий, как кондиционер. Также здесь GPS-навигация. По всему параметру автомобиля установлен видеокамера для того, чтобы водитель, не выходя из кабины, мог заниматься своим делом.